Идет коза рогатая, идет коза бодатая. За малыми ребятами, за малыми девчатами. Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп. Кто кашу не ест, молока не пьет, забодает, 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 забодает. Сказочки конец, а кто слушал, молодец. Папа, можно мы пойдем играть? Конечно, идите. Давай поиграем лего. Давай. Смотри, какой здесь забор. Дорогая, скоро будет готов обед. Да, скоро. Смотри, тут под елкой лежат конфеты. Ах ты, давай откроем их и съедим. Тихо, тихо, папа услышит. Я открою сейчас, сейчас. Я умею. Ух ты! Тихо! Ух ты! Сколько здесь конфет! Я хочу вот эту! Я хочу еще. И я хочу на этой фантике спрятать. У меня живот болит. У меня тоже. Посмотри, что с нашими детьми. Они объелись конфет. Дети, дети, у вас болят животики? Может быть, зубы? Их надо отвезти в больницу. Поехали. Надя, держи ребенка. Я пойду позвоню врачу. Быстрее! Срочно привозите детей в больницу. Поехали, нас ждут. Вон она, поликлиника. Быстрее! Давай мне в Снежану, а то тебя туда не пустят. Я вас жду в машине. Продолжение смотрите в новых сериях. Дышите, дышите, не дышите. Дышим, не дышим. Ничего не слышим. Дышим, не дышим. Тебя спинку. Ой, совсем забыла. А спинку я по-другому слушаю.